вами Жанна Фетисова. Сегодня мы дома, это выходной. Надеюсь, вы тоже. И у многих, как я знаю, сейчас будет свободная пару где-то недель. Чем вы заниматься планируете? Напишите, пожалуйста. Я знаю, что многие поехали, по крайней мере, наши сотрудники, сотрудники наших компаний, поехали на дачу с детьми, чтобы немножечко от города быть подальше. Там сходит с ума Саймон, так что будут странные звуки. Он летает под всеми диванами со своим клубочком. Когда Саймон обнаруживает, что есть какое-то интересное занятие у людей, он тут же прибегает и наблюдает. Очень внимательно смотрит за всем. Мы сейчас чиним стул. Мой муж заново его весь разобрал. Мы, кстати, обнаружили у него грибы на ушах. Посветили специальной лампочкой. И теперь на концовкой мажем ему ушки, так что он с коричневыми ушами пока немножко походит, но ничего страшного. Саймон, как интересно, да? Ой, как интересно. Ну, бери вон молоток, отвертку, помогай папе. Чего ты просто так сидишь? Ты штангенциркуль, что ли, принес? Штангенциркуль? Он не знает, что такое штангенциркуль. Да, скажи, мне не положено знать. Я просто красивая. Вы часто спрашиваете, что я использую для уборки, а для мытья полов. Вот такие вот средства, типа доктор Пропер. Ну, в общем, то, что не оставляет разводов. И добавляю немного средства с хлором. Вроде Доместос, что-то похожее. И также Силит Бэнк в различных вариантах мы используем для мытья раковин, душевой кабины. Ну, в общем, унитазов, всего того, что имеет сильный очень налет. На обед приготовила красную рыбу. Не помню, кто это. По-моему, это семга, по-моему. Ну, неважно. В общем, слегка буквально ее припускаю. Тут у меня даже она успела каким-то образом немножко поджариться. Со специями. Чуть добавляю соевого соуса иногда, иногда лимона. В общем, по-разному. Ну, для меня это самая вкусная еда. Именно морепродукты, рыбка. Ну, мясо я ем не так часто. Хотя муж вчера готовил очень вкусную свинину. Я сегодня ее попробовала уже в виде буженины. Холодной. Было вкусно. Семочка, я бы дал. Ну, видишь. Вот такая красота. Это вот то, зачем Саймон прыгал. Он очень хотел свининку с чесночком. Ой, вкусно. Ты уже слопал? Да. Вкусно? Да. Здорово. Заказали кое-какие продукты и хозяйственные необходимые вещи из Ашан. Там есть доставка, то есть без проблем совершенно вы можете оформить заказ. Единственное, что я вам советую, это дозвониться и спросить, когда будет у вас доставка. Так, заказали два вида кофе. Вот такой вот крема. Крема. Как он называется? Классик, Жардин, Браво, Бразилия. Несколько вариантов сока. Саймон такие странные звуки издает. Так, славянская вот такая большая фольга уже, но всегда, мне кажется, ее хватит. Что такое? Саймон висит и смотрит, что мы делаем. Это японские снеки. Английские. Английские, не знаю, американские, да? Да. А вот здесь вот японские иероглифы, Ангелин. Они перевод на все языки. Да? Ну, значит, американский. Такой Наполеон. И пюре. Мы любим пюре. Очень классно вместе ставить. Так, вот эту вот шумовик. Штуку, да, решили на заказать, тортик, чтобы... Ну, не надо на тортик ставить. Чтобы почистить нашу машину. Этого не хватит. Ну, самое такое... Тяжелая, естественно, мука. Ну, в общем, то, что было нужно. Ты такой хорошенький, Саймон. Это важно для мужчины, как ты думаешь? Мне кажется, важно. И хвост я такой тоже хочу, как у тебя. Какой ты хорошенький. А ты знаешь, что ты симпатичный? Ты в курсе? Нет, мне кажется, ему все равно. Да, Саймон. О, метр кота.
Сегодня хочу вместе с вами разобрать украшения. Как часто вы это делаете, кстати говоря, у вас там полный порядок или нет? Напишите, как вы их храните. Дорогие какие-то очень я показывать, естественно, не буду, считаю это ни к чему. Ну, а все то, чем я пользуюсь при съемке видео, каждый день могу носить, я держу примерно, ну, в одном стараюсь держать месте, иногда все равно это расползается как-то по всей квартире. Где-то там что-то сняла, положила. С разных концов я все это собрала. И сейчас хочу разобрать браслеты к браслетам, серьги к серьгам. Кстати, напишите, как вы это все разбираете. Я знаю, что у многих висят на специальных таких подставочках украшения, на таких гвоздиках, да. У кого-то на вот таких ручках, подставочках. В общем, у всех по-разному. Напишите, как лучше, как вы думаете, храните, как вам удобнее. Все, давайте начинать. Сейчас все это с вами разложим по категориям, и станет понятно, как это лучше уложить в кофры или в шкатулочки. Так, это бусы. Вот такой у меня был пояс на самом деле, который на бантик завязывался. И я добавила к нему часы винтажные, которые муж привез из Голландии. Приспособила. И получилось вот такое интересное украшение. Цвет этот очень-очень люблю. Так, то, что дарила мама. Я не помню, как называется. Тигровый глаз, по-моему, да? Или как? Коричневые вот эти камушки натуральные. Вот такие украшения с браслетом. Тоже это камни. Бижутерия. Таких вот цветов. Да, заметно, какой оттенок мне нравится. Видите, лиловый. Так, Саймон тут уже примостился. Вот такие вот бисер симпатичные. И черные тоже бисер. Все, сейчас вот это убираем. И вот такие придется выбросить, потому что вдруг внезапно они все облезли. То есть у них, видимо, видите, вот ресурс закончился. Хотя цвет мне очень-очень нравится. Вот такой цвет я люблю. Натуральный цвет кожи. Продолжим с подвесками. Камушек Сваровски на шнурочке. Приобретала на Алиэкспресс вот эти два украшения. То есть вот это колесико тоже вешается с цветком на шнурок. Мне очень нравится вот это дерево. В магазине Lady Collection приобретала два вот таких вот украшения. Видите, с цветами. Очень симпатичные. Этот тоже с Алиэкспресс. Забавный слоник на цепочке. Вот такой комплект. Подвеска и колечко мне дарила мама. Это вообще окаменелость. Много-много веков назад муж мне подарил. Такая вот настоящая реликвия. Так, подвески из янтаря. Золотой скорпиончик. Элеонора, моя зрительница, спасибо, подарила мне вот такую забавную подвеску с цепью. Так, снова скорпион. Вот такой набор с сережками. Не помню, по-моему, тоже с Алиэкспресс где-то я заказывала. Всякие разные цепочки. Нет, это браслеты. Да, цепочки впереди. Браслеты золотые и серебряные всех форм и длин. И вот такой тоже набор подарила мамочка. Спасибо огромное. Серьги, кольцо и подвеска. Тут малюсенькие подвесочки на цепочке. Очень интересный вот такой вот белый янтарь я приобретала в аэропорте. А вот эту подвеску с цепью мне подарила Ирина Антоненко, актриса, которая сейчас снимается в сериале «Магомаев» в главной роли. Она моя ученица. Очень рада за нее. Так, и вот эта бижутерия симпатичная. Тоже, по-моему, из магазина Lady Collection. Да. Так, это цепочки. И вот это интересный очень магазин красивых таких современных украшений. Nature Bijoux. Вот такие французские украшения. Я вам показывала в одном из видео. Очень интересно. Они смотрятся необычные. Тут сердечко на цепочке, цепь и вот такой необычный набор мне подарила мама. Пока думаю, как его носить, потому что не очень привыкла к таким массивным украшениям. Но, возможно, в одном из видео надену. И вот такое вот тройное украшение, как бы из колечка в колечко выходящее. В магазине, по-моему, Reserved я приобретала. Тоже вам уже показывала. Очень интересно оно смотрится. Ну вот, а мне почему-то казалось, что у меня немного вот таких подвесок.
цепей оказалось довольно много. Напишите, сколько у вас. Зажим на галстук с эмалью тоже храню у себя, потому что иначе все потеряется. В Хендерсон вместе с одеждой мы уже покупали. И в наборе такие же запонки, очень красивые, видите, такой вот синий цвет. У них, кстати, симпатичная бижутерия в магазине. Так, мои серьги кисточками, медные и вот такие вот пушистенькие. Серьги, которые подарила мамочка. Тут, по-моему, гранат или что-то такое. Вот какие-то мелкие камушки. Вот такие вот сережки. В разных магазинах приобретенные. Я их использую в качестве украшений для видео. Мне они нравятся. И смотрятся они приятно. Вот такие тоже скромные довольно сережечки. Вот это вишенки. Это серебро с жемчугом и просто серебряные. И вот такие вот с двумя разными камушками. Опять забыла, как называется. Вы мне писали. 10 раз я вам отвечала, но снова забыла. В общем, они вот такой вот капелькой. Я несколько раз у них уже снималась. Они очень удобные, серебряные. Я с удовольствием в них хожу. Снова серьги для съемок. Вот такие. Такие. Кстати, вам нравится абсолютно прозрачная бижутерия? Смотрите, как интересно. Мне нравится. Я уже несколько раз их надевала. Так очень элегантно смотрится. Это клипсы. Так, тут рядышком колечки и золотые, и не очень. В общем, разные, с камнями. Из магазина Nature бежу вот такие вот винтажные серьги. Очень они мне нравятся. И кольцо с камнем. Я не помню, как он называется. Лазурит или что-то. Не помню. Так, вот такое вот колечко с гребешком. Так, это янтарь с серебром. Это все, что есть из бирюзы. Наборчик, который вам очень понравился. Мама подарила кольцо и серьги такие. Вот еще у меня есть серебряное колечко. Серебряные серьги. И вот такое вот, смотрите, интересное кольцо. Видите, оно как будто бы на резиночке. Вот такой у меня есть еще набор. Снова не помню название камня. Пишите, кто что узнал. Красивый, да? Серебряные с разными камушками. И вот здесь с жемчугом тоже набор с подвеской. У меня колечко затесалось. Это набор от Александра Васильева. Кольцо и серьги. Смотрите, как интересно называется. Султанит. Вот этот бежевый камень. А это серьги с аметистом и киски такие вот с зелеными глазками. И здесь снова бирюза, тоже винтажный наборчик с серебром. Так, ну и теперь браслеты и броши. Вот такие браслеты. Это бижутерия, это не драгоценные. Мне нравится иногда использовать вот такое украшение в виде розочки. Так, что еще вам не показала? Да, вот это янтарный браслет и камень белый. Напомните мне, как называется. Вот такие броши. Такой забавный сапожок. Цветочек. Вот такая интересная брошка. Да, и еще только что сняла с одежды моего любимого жирафчика. Он серебряный. И мелкие брошечки, некоторые из них серебряные, некоторые бижутерия, но такая качественная, хорошая. Вот с янтарем это серебро. Булавка и вот это серебро, и тоже очень интересный. Смотрите, какой янтарь, такой зеленый, красивый. Здесь вот, видите, как полезно разбираться, маленькие такие вот украшения на цепочку. Так, ну это все, буду убирать и посмотрим, как это все поместится или нет. Вот теперь я знаю, где у меня что лежит. Замечательно, все разобрали, можно убирать в шкафчик. Пишите, пожалуйста, чем в это неожиданно освободившееся свободное время занимаетесь вы. А я буду с вами прощаться. Целую вас, обнимаю. Берегите друг друга. Здоровья вам. Всего самого прекрасного. Не паникуйте. Будьте спокойны. И, пожалуйста, соблюдайте карантин. И будьте благодарны за то, что имеете. Пока.